Вот таблетка Audi 2.3. На 6 дырок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дырок. Такая вот таблетка. Это Audi у нас B4 шва. Здесь, если у вас C4, то разница в том, что в этом вот корпусе воздушного фильтра. Здесь просто вам нужно будет как бы снять с этих болтов, открутить и на свой корпус воздушного фильтра прикрутить, и все.